Там краб, он с РПГ стрелять умеет. Ну что, давайте пробовать. Мы ББшки и пару человек поедем по западу, переплывем. Да, давайте распределяемся. Я могу бардак взять. Ну один, да, можно. Вот, мне, в принципе, никто не нужен. Дон, ты 1-1 А или 1-1 Б? 1-1 Б. Стоп, у нас два БРДМа. Да. Да. Понял. И армата. Нет, Бор. Я пошли, что ж. Сейчас с тобой между мной не там прошу, тебе не перестать. Там вижу такие первые строения. Не хочу. Забором обнесено время базы. Ну, наверное. Чё за форма у меня? Наверное, тоже белая. Да, белая. Понятно, но у нас просто чисто белая, у них чё за... Да, я калаши не удаюсь. Вроде они ЧДК заели, кто-то такие. Короче, убей кого-нибудь, смотри его форму. Ну, я с Доником увиден сидеть перед ним. О, отличная цель. Бля, короче. Сижу, наблюдаю вход в зону. Там кареш зону, походу, туда поливают. Пошли туда. Вот где-то сейчас стрелял, это подхожу в бор к зоне. Забор. Сзади где-то калаш. Что там? Калаш. Да, это тот, которого я видел, это он стреляет. Стоп, ходить зону сквозь. Краб на любом. Так, уйду с квекер. Это Янг, я упор к зоне метку выжил. Ушел. Что там говорили про стрельбу? Калаши стреляли у нас. На 40. Тебя, Паш, где-то на север. Я из воды вылезаю сейчас, скорее всего, сгорю. Вижу покажи. Мина, Клеймор, аккуратно, ставлю метку на мину, парни, стой. Я могу, конечно, вас найти и вас придержать. Это ваш пошагон сейчас идет, да? Да, это не работает. Вот это калаш? Кингер, нам лучше начать жарить. Ща я заеду на бардаке, все мину пошибаю. Да, ничего такого. Я бы хотел это продолжить. На юге будут базы. Владик сейчас работал. Это бардак. Нет. Бардак, подожди, отправь. Я взорвал. С собой? Прям как и тут. Ценой своих ног я её взорвал, блядь. Не знаю, как я зацепил. Да надо было мне заехать туда. Повезло. Я не знал, она как-то странно сдетонировала. Перевязываю. Я на южной части от... Ах, блядь. Метку на себя поставил. Пожарчик, сейчас, может, никого нет? Откуда в Дон прилетит труба, туда мы ее покажем. Куда мне ехать? Говорите. Как из Дон? Насильная сила. Забор сломать? Да, я, блин, забор. Прямо около базы могу сломать. А, ну попробуй, давай, я туда давлю. Вижу, бег у нас сидит впереди на 150, прям 30 метров, это свой. Да, смотри.
ПКшки две осталось. Ну они болтать могли, короче. Чего это? Одного убил. Непонятно, такого с калашом. На базе? На западе от нашего БДМ, который вот за этого, вот за... Катается вот с пикером. Пьете внутрь. Ох, сейчас сгоришь же. Бля, я застрял, кажется. Арма не пускает тебя на... делает абсолютно вещь. Короче, параллельно тебе. Бардак, ты только что спас пехотинца. Я начал стрелять, и ты мимо него проехал, и все, бардак. Короче, на 100 ему позвонить. Позвоник, иди сюда, КПшник. Ну, ёшки. Это краб, скорее всего. Да, это краб. Два раза убежал. От пули убежал? Да, бежит за ним пули. Один раз бардак был спас. Два раза он убежал. Своего же, короче, гранаты ранил. Просто бардак его. Мне просто на прострел как-то взяли. Он, конечно, мутит. Да краб везучий. Сколько у крабов ПС, интересно? 90. Мури, краб. Эх. Убил краб. Че так, я ему гранату закинул, не попал. Да он куда уворачивается. По нему два раза стрелял, он убегал. Синие так хорошо начали. Так плохо закончили? Ну, зашибись. А РПГшки еще остались в комнате? Нет. Можно в люк убить. Ну, мне одна. Кочега. Вот это блин! Кого он там? Пень страдает сейчас? Кочегара. Чё пиндосов делают вообще продать? Ой, кочегара, у этого, у Азарта. У Азарта пень. А Азарт за кого был? А, за нормально. За УДВ. Окей, давай, да. Ну, краб уворачивается от пуль. Да? Зажимаю с него, тут бардак его спасает. Второй раз зажимаю, он убегает от него. Я гранату не закидываю, не попадаю гранатой. Он выходит, а зажимает.
Должен был испугаться. В рубашке родился, короче. Ну да. Ну хоть у танковые гранаты. А, кстати, я же РКГшки вроде давал. Кому? Броню. Не, на броне вообще ничего не было. Хот-дог меня убил. Или забыл дать. Ни в рюкзаках, ни в ящике. В ящике, да. Нет, там пусто был. Гарик, конечно, ты играть не умеешь. Ну да. Как мне кочегар убил? Да. По-любому он... Кто же еще? Гребень. Ураксар гребень вообще не смог убить. То есть ним? Я одного убил. Своего ты убил. Мысли своего. Я чуть не убил. Это ваша была. А я Азарта чуть не убил, потому я что сгорел в этом бардаке. А так я сгорел? Убил. Как тебе надо, надо не надо было. А мой бардак сел и сгорел. Под домик убил. Чё, хот-дог? Чё? И вправду горит. О! Антон пола, да, убил. У него есть ГПшки, которые могут поломать бардак. Кто бардак есть? Там кумулятивные есть, чтобы сломать. У пацанов проблема. Я думаю, таких хватит. Мне не хватит. Бардак победил, пацаны. Кого я вынес в бардаке? Да ладно, сейчас время. Меня. Ничего не простреливать, у него там 10 коробов. Ничего не сейчас делать будет, ничего. Чего, Паша, сейчас увидим. Экономим, да. Руби, Пашка. Спасибо. Так, а выиграл. Победа, бардак будет. А выбивать ничего. Если бы я выжил, я бы ему колеса пошел, вроде. С чего? С калаша. Не получилось. Подойти в упор, в очередь выпустить, по-моему. У меня тебе более приходный отошел. Снесется. Который палит тебя. Сейчас бардак перевернется, как победа. Прострели ты, напиши Йонг в стиме, чтобы он прострелил. Да, туда. Прям крамп? Блин, как обидно. Спасибо, Йонг. Бля, живой. Зря прострелил. Стреляй еще, Йонг. Кого там стреляли? Антона. Она прострелилась, да? Да, она прострелилась. А чё у краба руки поломали? Да я всё-таки попал по нему, что ли? Рядом было. У него наш темечко лысый стал. Да, Паш, убей, чё он тут ничего не сделает. Эти не вылезут. Сделаем. Эх, сиделки. Ну все, руби, Паша, сладкая. Вот краб, краб что-то надумал. Мэддог, читер. Аза умер, Мэддог, читер.